Андрей Усачев, умная собачка Соня. Здравствуйте, спасибо и до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая незнакомая такса. «Все воспитанные собачки, — строго сказала такса, — при встрече должны здороваться. Здороваться — это значит говорить «здравствуйте», «привет» или «добрый день» и вилять хвостиком». «Здравствуйте», — сказала Соня, которой, конечно, очень хотелось быть воспитанной собачкой, и, вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела она добежать и до середины таксы, оказавшейся невероятно длинной, как ее снова окликнули. «Все воспитанные собачки, — произнесла такса, — должны быть вежливыми, и если им дают косточку, конфетку или полезный совет, говорить «спасибо». «Спасибо», — сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть вежливой и воспитанной собачкой. Побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось: «Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона и при расставании говорить «до свидания». «До свидания», — крикнула Соня. И, довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона, бросилась догонять хозяина. С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила: «Здравствуйте, спасибо и до свидания». Жаль, что собаки ей попадались самые обыкновенные, и многие кончались раньше, чем она успевала все сказать.